Я решил написать эпическую поэму на смерть короля скелета. Осталось только узнать, как именно его убили. Можешь спросить у того, кто это сделал. Вон он. Ну уж нет. На что же мне тогда воображение? Что у нас в меню? Хазра, не дающие нам проходу, таинственные путники, которые приходят после того, как с неба падает огненная глыба, стоны, крики и так по мелочи. Еще один отличный денек в новом Тристраме. Ну, что заказывать будешь? Если меч здесь, мы его найдем. Ты
Недостаточно ярости. Слава тебе! Надо остановить нападение на эти фермы, иначе в Тристраме начнется голод. Катас направляет меня. Нужно время. Нужно подождать. Мне нужна ярость. Меня ранили. Пока не получится. Тристрам окружают плодородные поля. После падения старого Тристрама суеверные фермеры довольно долго избегали сеять на них хлеб, но со временем оставили свои глупые предрассудки и снова взялись за плуги и мотыги. Теперь зерно с этих полей поставляют не только в новый Тристрам, но и в Вортем. Come on.
нужна ярость. Понятия не имею, почему все так мечутся. Ну, померла парочка фермеров. Чего панику-то разводить? Я тут уже 20 лет живу. И никаких кровожадных чудовищ в округе не встречал. Стану я бросать на произвол судьбы совершенно здоровый урожай. Как же. Недостаточно ярости. Мне нужна ярость. Какой из навыков улучшить? Во имя всего святого! Ты только посмотри! Нужна ярость! Пока не получится. Я ранен. Нужно подождать. Мне нужна ярость. На этой земле живут простые люди. Они не справятся с бедой, если мы им не поможем. Я еще не готов. Ах!
нужно еще время. Нужно время. Нужна ярость. Нужно подождать. Меня серьезно ранили. Я слабею от ран. Нужно подождать. Недостаточно ярости. Это был достойный соперник. Кто убил этого могучего зверя? А вот и вожак стаи. Я еще не готов. Мы с женой часами прятались тут от падальщиков. Думаю, она захочет сама тебя поблагодарить за помощь. Дорогая, этот отважный человек спас нашу ферму. Это твоя жена? Она неважно выглядит. В последнее время ей что-то не здоровится, но моя любовь исцелит ее. Мне пора. О, уснула. Моя жена больше не помогает мне в поле. От нее остались лишь кожа да кости. В этих пустошах сейчас неспокойно. Здесь на многие мили окрест никого нет. Моя жена испугана до смерти. Ночью в этом подвале околеть можно. Холодно, как в могиле. Помню нашу с женой первую встречу. Я сразу лишился покоя. А она потеряла голову. Перестань.
И откуда только берутся такие твари? Мне нужна ярость. Заживают. Нужно еще время. Недостаточно ярости. Не нравятся мне эти деревья. Будь начеку. Нужна ярость. Мои раны затянулись.
Чему мне нужно научиться? Недостаточно ярости. Древние дают мне силу. Нужна ярость. Наши враги куда сильнее, чем мы себе представляли. Эти испытания служат какой-то высшей цели, но она мне неизвестна. Здесь ты ее и не узнаешь. Идем дальше.
Какой из навыков улучшить? Мне нужна ярость. Нужно подождать. Я серьезно ранен. Пока не получится. Я слабею от ран. Я слабею. Мне нет равных! Thank you.
чему мне нужно научиться? Как в ваших краях обходятся с преступниками? Их больше некому ловить. Наши земли поглотил хаос. Как печально это слышать. Нужно время. Мне лучше. Нужно подождать. Вам не выстоять! Наверное, обломок меча упал в эту пещеру.
Я еще не готов. Спасибо, что помогаешь мне сражаться с тьмой. Борьба со злом — вот главная цель храмовника. Это достойное призвание. Какой из навыков улучшить? Thank you.
Избавь мою семью от этой пытки! Прошу, прекрати этот кошмар! Моя семья проклята! Я слышу, как они роют землю! Не верь ей! Призраки лживы! Сейчас я тебе задам, щенок! Было бы хорошо, если бы наша назойливая доченька оставила нас в покое! Ты заплатишь за ее слабость! Зря вы нас потревожили! Нужно еще время. Наконец-то они свободны! Спасибо тебе! Мои родные избавлены от проклятия, которое они навлекли на себя. Теперь они будут спать спокойно. Некоторые призраки все еще стремятся к добру. Я заблуждался на ее счет. Я чувствую прилив. Я рад, что судьба свела нас вместе. Почему? Ты сражаешься с такой честью и с таким пылом. Я чувствую, что душа твоя чиста. Убить его!
Надо скорее завершить ритуал. Вот-вот прибудет Магда! Он уже начал превращаться! Обломок светится так же, как незнакомец. По какому праву ты собираешься отобрать мой меч? Я должен вернуть его хозяину. Но я уже заявила на него свои права. Я Магда, предводительница темного культа. Осколок принадлежит мне. Отправляйся в ад, ведьма! Ну хорошо, тогда поиграем. Нужно время. Ты храбро сражаешься, но еще одного обломка тебе не видать. Он упал туда, где могут ступать лишь древние. Она коварнее, чем кажется. Я возвращаюсь в город. Ведьма по имени Магда и ее слуги тоже ищут меч. Мне пришлось драться с ними за первый обломок. Дядя Декарт, не те ли это сектанты, о которых ты мне рассказывал? Молодец, Лия. Ты внимательно меня слушала. Помнишь ли ты что-нибудь о них, незнакомец? Я ничего не помню об этой секте, но чувствую, что за ней стоит великое зло. Магда знает, где следующий обломок, но говорит загадками. Она сказала... Он упал туда, где могут ступать лишь древние. Думаю, речь идет о затопленном храме в гниющем лесу. Я помню, дядя, ты как-то рассказывал мне о нем. Совершенно верно, Лия. Этот храм был выстроен нефалемами. Лия, твои знания могут оказаться бесценными. Ты должна помочь нашему другу достать обломок меча. Нефалемы? Это древние люди, обладавшие невероятной силой. Легенда гласит, что когда-то они сражались в великой битве рядом с храмом, и бесплотные тени ее участников до сих пор бьются друг с другом. Темный культ – остатки древней религии под названием Церковь Трех. Ее последователи поклонялись трем великим воплощениям зла – как богам. Но великие воплощения зла давно погибли. Кому теперь поклоняются сектанты? Два воплощения зла еще живы. Это Азмодан и Белиал. Если кто-то из них стоит за этим темным культом Магды, то наши беды только начинаются. Этот обломок наделен древней силой. Это правда. Он кажется мне очень знакомым.
но больше я ничего не могу вспомнить. Оружие настоящего воина. Если я им и был, моя сила покинула меня вместе с памятью. Пусть и сила, и память вернутся к тебе. Какой из навыков улучшить? Я тут разжился новым. Ты мне нравишься. Знаешь истинную цену моих товаров, а не как некоторые.
мне казалось, искатели приключений должны искать приключения. Видела того незнакомца рядом с Декардом? Я слышал его выговор. Он точно известен. Может быть, нападать на нас стали... Эй, поди-ка сюда. У меня тут есть для тебя кое-что. Никто здесь не ценит усилия, которые я трачу, чтобы добыть эти прекрасные товары. А ведь это нелегко, поверь мне на слово.